Льготы для граждан предпенсионного возраста хотят ввести в Хабаровском крае. Изменения в целый ряд законопроектов рассмотрели сегодня депутаты Краевой думы на внеочередном заседании. Льготы предлагается ввести до того, как в России повысят пенсионный возраст. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Пенсионеры сегодня получают ежемесячную выплату на проезд в размере 359 рублей. Имеют право на бесплатное зубопротезирование. Те, у кого доходы ниже прожиточного минимума, могут рассчитывать на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Когда в России повысят пенсионный возраст, эти меры поддержки губернатор края и депутаты регионального парламента предлагают оставить для женщин от 55 лет и для мужчин от 60. Мы сегодня, сохраняя эти меры поддержки, региональные меры поддержки, позволяем гражданам получать дополнительные меры поддержки, как я уже сказал, с возраста 55 и 60 лет, вне зависимости от того, как будет федеральным законом определено время выхода его на пенсию. Отдельной статьей в законопроекте прописана поддержка оленеводов. Они получат право на ежегодную выплату в 20 тысяч рублей. Речь идет о тех, кто отработал не менее 15 лет оленеводом, радистом или ветеринарным фельдшером. Меры социальной поддержки предусмотрены также для специалистов, работающих в сельской местности. Медицинские работники и педагоги могут получить право на компенсацию оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. Неработающие граждане могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Ксения Брониславская, Семен Сахно для программы «Новости».